Здравствуйте, это дрель Makita DP4010. Она работает в двух скоростных режимах, и для каждого материала можно подобрать оптимальные условия обработки. На первой скорости количество оборотов не превышает 1200 в минуту, поэтому дрелью удобно сверлить отверстия большого диаметра, обрабатывать деликатные материалы, например, кафельную плитку, или размешивать строительные смеси. Во втором режиме скорость 2900 оборотов в минуту. За счет этого дрель быстро и аккуратно просверливает множество мелких отверстий. Даже при интенсивной работе инструмент работает исправно и не перегревается. Все благодаря металлическому корпусу редуктора. Он эффективно отводит тепло от двигателя. Еще одно приспособление для тяжелых работ – ключевой патрон. Он надежно фиксирует оснастку и не дает ей выскочить. Помимо отличных рабочих характеристик, дрель оборудована механизмами, облегчающими работу. Например, кнопкой фиксации пускового курка. Это снижает нагрузку на руку оператора. Кроме того, основная и опорная рукоятка прорезинены, поэтому вибрации инструмента практически не ощущается. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.